Добрий вечір. В ефірі програма «Тема дня». Для вас у студії працює Наталія Ячкалова. Сьогодні наших комунальників проінспектував сніг. Чи готові були відповідні служби до такого вибрику погоди? І яка ситуація зараз на дорогах міста та автошляхах області? Сьогодні будемо говорити із заступником Миколаївського міського голови Юрієм Степанцем та заступником начальника служби автомобільних доріг у Миколаївській області Михайлом Ганичем. Я вас вітаю. Добрий вечір. Добрий вечір. А нашим глядачам я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас будуть виникнуть запитання чи побажання до нашим гостям, телефонуйте у студію за номером телефону 47 74 72. Він щойно з'явився на ваших екранах. І так, багато років зима в Миколаїв у вигляді снігопаду приходила раптово. Хоча минулого місяця, як ми пам'ятаємо, усі погодились, що зі снігом відповідні служби впоралися швидко та ефективно. Ну, та й, до речі, сніг не затримався надовго. Але яким побачили місто сьогодні вранці миколаївці, давайте подивимось у сюжеті моєї колеги. Водій Віктор Кошаровський до Мелітополя з одеського порту виїхав ще о 4-й ранку. Якщо було десь за границею, люди їздять, через 20 минут вже ходило 5 дорожніх, правильно? А тут що це? Де це? Це служба. Люди платять за дороги. Від чого вони платять? Пересувався повільно через складні погодні умови, а о 8-й на в'їзді до Миколаєва його зупинили поліцейські. Не пускаємо, тому що дороги в плачевному состоянні. У нас дорог немає, у нас тільки направлення. Обурений ситуацією, що склалася на дорозі, і колега Віктора Олександр. Приїхали, встановили нас, і потім їхали. Машини почали йти, вони їх тепер там на світлофорі встановили. Частина фур все ж таки встигла в'їхати у місто та утворила затор. Витягати їх довелося надзвичайникам. Зараз надано допомогу трьом автомобілям та їх водіям. Міська влада повідомляє, в інших районах міста ніякого колапсу через негоду не сталося. Все працює в штатному режимі. Общественний транспорт в штатному режимі працює, тролейбуси, трамваї повністю вийшли на лінії. Тобто служби комунальні працюють, сніг вибирають, тому нічого не вмішає передвиженню техніки по місту. І також приступили до розчистки тротуарів, щоб пішоходи теж могли спокійно передвигатися по місту. А от по області через сніжні замети частково обмежений рух вантажного транспорту. На ділянці дороги загального користування Т-1508 Калинівка-Снігурівка. Є проблеми і на інших трасах. Для розчищення обласних шляхів залучено 80 снігопробиральних машин. Працюють три мобільно-оперативні групи у напрямку Миколаїв-Вознесенськ, Миколаїв-Одеса та Миколаїв-Очаків для моніторингу ситуації на дорогах. На завтра ж синоптики в Миколаєві обіцяють 6 градусів тепла, а з 8 лютого знов різке погіршення погодних умов. Отже, перше запитання до Юрія Степанця. Юрій Борисовичу, так, сніг випав раптово, чи, можливо, місто було готове? Ну, так скажемо, що будь-яка нештатна ситуація, яка відбувається в місті, що стосується погодних умов, и чтобы ее разрешить, это не просто служба коммунальная должна этим заниматься. Чтобы вы понимали, чтобы убрать последствия того же снегопада, это слаженная работа различных служб и ведомств. К сожалению большому, мы от гидрометцентра не получили того прогноза, который состоялся сегодня. То есть мы получали прогноз, что снег где-то будет ближе к обеду и будет небольшой. Мы видим по факту, что снег начался порядка где-то в 6 утра и обильный снег. Около 10 сантиметров был снежный покров. У нас дежурило в эту ночь 4 штатных единицы техники по городу, плюс 2 мы привлекли на опасные участки, это у нас 2 участка, это Варварский мост и подъем в Корабельном районе. К сожалению, большому к сожалению, не своевременно сработала немножко патрульная полиция, если бы придержали поток фур в город, не было бы пробки на Варварском мосту. Ну, про це ми пізніше поговоримо. Да. А так, в принципе, по состоянию на 8 утра у нас единственное предприятие, которое в городе отвечает балансу утримуючих, так скажем, дорог, это Лофтодорог, городское коммунальное предприятие. Все 27 единиц дорожной техники, которые находятся на предприятии, в 8 утра работало. Я считаю, что довольно-таки
нормально они справились со своей задачей, город был расчищен. Основные автомагистрали были почищены сразу. Естественно, да, второстепенные дороги, это немножко похуже, тротуары у нас. Но это мы этим занимаемся, мы работаем над этим вопросом, чтобы в дальнейшем у нас было больше техники, которая будет задействована на второстепенные дороги и на тротуары. Пане Михайле, питання до вас. Ви опікуєтесь автошляхами державного значення. Що відбувалося на дорогах? На дорогах государственного значения в эту ночь дежурило порядка 21 единицы техники. Это по всем районным центрам области. В то же самое время в северных и северо-западных районах первые знаки снегопада были в районе 3-4 часов ночи. Это было в Радевский и Доманевский район, Вознесенский и Первомайский. Дорожные службы, те, которые были в режиме дежурства, они приступили к своей работе. Как Юрий Борисович сказал, немножко прогноз погоды. Мы тоже ожидали в дневное время снегопад. Основной снегопад подошел к Николаеву между 6 и 7 часами утра. Были выведены соответствующие машины и механизмы организаций области, которые находятся вокруг города Николаева, в том числе и николаевские предприятия. Это Николаевский ДЭУ, Терновский ДЭП, Варваровский ДЭУ, который по одесскому направлению. И, соответственно, все службы приступили к выполнению работ как по очистке, так и по посыпке противогололедными материалами. По состоянию на 10 часов утра, на время проведения заседания комиссии МЧС, у нас работала 81 единица техники, было израсходовано более 50 тонн соли и около 500 тонн противогололедных материалов. А які, власне, дороги у сфері вашої відповідальності? Скільки кілометрів? На сьогоднішній день 1485 кілометрів – це автомобільні дороги государственного значення. І звідки йшла негода? Де було важче всього? Як би сказати, що у нас завжди северні райони були в більш тяжкому стані. Але, як сьогодні нас проекзаменувала зима, виявилося, що в худшому положенні оказалися райони, які не прилягають непосередньо до міста Николаєву, і Одеське і Кіровоградське направлення. От на Баштанському направлені затруднення були до міста Баштанки. Повертаємось у місто. Пане Юрію, чи існує карта дорожнього утримання? Наприклад, ці дороги ми чистимо в першу чергу, інші можуть почекати, а ще інші там в третю. Звісно, є і карти, є і графіки. Дороги обираються в відповідності з цими картами і графіками. Як я вже сказав, в першу чергу уділяється увага автомагистралям нашого міста, де проходить общественний транспорт, для того, щоб общественний транспорт мог спокійно проїхати і провозити людей. Естественно, уделяется большое внимание, в первую очередь, тем объектам социальным, которым тоже необходимо обеспечить подъезд. Это прежде всего больницы, больницы скорой помощи, роддомы наши, все лечебные учреждения. То есть это первоочередная задача – расчистить автомагистрали города и подъезд обеспечить к лечебным учреждениям. Уже во вторую очередь расчищаются прилегающие все улицы и тротуары. Я вибачаюсь, дзвінок у студії, ми вас слухаємо. Доброго вечера. Я хотел бы сказать, вот говорит, что которые дороги идут республиканского значения или как там, не городского. Державного. Вот рассказывал, что мы ждали два дня, говорили, что будет снег, будет это. Кого ждали? Снова Одессы в обед до Николаева доехать нельзя, фуры все валяются по дорогам. Что вы делали? Пане Михайле, я так розумію, запитання до вас. Да, вопрос к службе автомобильных дорог. С утра на этом направлении работало 4 единицы дорожной техники, это Николаевского ДЭПа, из Новоодесского ДРП 2 единицы дорожной техники. Я согласен, что были затруднения, особенно выделялись в эту пору времени это спуски и подъемы. Себинский подъем, который 4% по протяженности
полтора километра в одну сторону, полкилометра в сторону Николаева. Троицкий подъем тоже порядка полтора километра по протяженности. И район границы с Вознесенским районом Новодесского района – это Михайловская балка. На этом участке работала техника по мере своей возможности. В первую очередь, конечно, были, очищались и посыпались спуски, подъемы, пересечения, примыкания, ну и другие опасные участки дороги. Я вам дякую, і вам я дякую за дзвінок. Нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефонуйте нам за номером телефону 47 74 72. Ми чекаємо ваших дзвінків. А запитання до Юрія Борисовича. А, на жаль, от зранку вже в соцмережах були нарікання на те, що центральні вулиці міста не чистяться. Ну, це у котрі могли писати? Я хочу сказати, що... Мы чистим дороги по своей технологии. Мы сначала посыпаем солью, соль должна сработать, превратите снег в кашу, и потом каша уже расчищается у нас ковшами. Посыпать дороги начали в 4 утра. Наша служба автомобиля, прошу прощения, наша ЛО автодорог в 4 утра уже вышла посыпать дороги. Тобто та каша, яка була на дорозі, це вже було посипано вже і посипано. Не автомобілі розбили. Да. Следующий йде вже етап, це вже уборка непосредственно отвалами. То есть выходит техника с отвалами и начинает убирать эту кашу. Пока эта техника наша срабатывала в последнее время очень хорошо. Где-то не сработало это, потому что, я еще раз сказал, что немножко поздно пришел прогноз погоды. К сожалению, надо было немножко раньше посыпать солью, где-то она не успела еще сработать, поэтому получилась вот такая ситуация у нас на Броварском мосту. По сути, если бы раньше посыпали, если был бы прогноз заранее нам известен, посыпали бы немножко раньше на пару часов, тогда бы, может, она превратилась в кашу, было бы проще, там не было бы этих заторов. Ще люди писали, що добратись на роботу було дуже важко. 7:30, писала людина, Херсонське шосе, маршруток не було. До речі, як спрацювали перевізники? И чьи все автобусы вышли на маршрут? Ну, к сожалению, уже не секрет, по-моему, что даже уже и без снега перевозчики работают очень плохо в нашем городе. Неоднократные обращения, постоянные жалобы, что необходимо поднять тариф. Мы прекрасно знаем, что количество машин маршрутных в городе заметно уменьшилось. Там, по-моему, там на 400 машин их стало меньше, чем в прошлом году, это раз. И второе, у нас перевозчики, к сожалению, не выполняют условия договора. Проезжаемость на дорогах сегодня была. Но раз, если ездят троллейбусы нормальные, все остальные машины, то можно, наверное, и проехать и маршрутка. Проезжаемость была нормальная, обеспечена на дорогах города. То, что они не выходят, это просто невыполнение условий договора, это просто наплевательское отношение к своим договорным обязательствам. Покарание какое-то за это может быть? Покарание у нас, к сожалению, одно. У нас по договорным отношениям мы можем только разорвать с ними договор и все. То есть практически запретить выходить этому предприятию на маршруты. К сожалению, сегодня не выход из ситуации является, чтобы разорвать с ними договор. И, к сожалению, у нас на сегодняшний день нет еще пока замены. Работает город над этим, над приобретением коммунального транспорта муниципального большой вместимости. Но это, к сожалению, не сегодняшнего дня еще работа. Это надо работать и работать над этим. Маршрутники, чи доводилось, можливо, дзвонити, вмовляти, чи погрожувати, чи самі самостійно вийшли? Ну, насколько я знаю, управление транспорта постоянно предупреждает по этому вопросу. И предупреждали их даже в случае снегопада, обижали эти базы, чтобы не сидели, сложа руки, есть лопаты, если надо обеспечить выезд с базы, там, с мест хранения машин, мы должны сами себе расчистить это. Поэтому они все предупреждены, и письма им направляются постоянно, там, ежемесячно, по поводу того, что они не должны так похабно относиться к своей работе, они должны выходить на маршруты. Причем, я еще раз повторюсь, проезжаемость в городе сегодня была нормальная, поэтому не было никаких оснований не выходить сегодня на маршрут. Ранок, Варварівка. Заторена дорога, що сталося? Ну, тут у нас, к сожалению, получилась накладка сразу с нескольких сторон. Первое, что привело... И проспект Героев Украины також. Первое, что привело к пробке на Варварівському мосту. На Варварівському мосту сегодня произошло два ДТП, дорожно-транспортных происшествия. Мы прекрасно знаем, что даже если в сухую погоду там происходит авария, то образуется сразу пробка. К сожалению, на самом мосту столкнулись два легковых автомобиля. И перед въездом на мост со стороны Варваровки также была авария. Оно создало одну пробку, плюс рабочая перевозка, и плюс эти фуры, которые уже не смогли подняться. Естественно, мост был закрыт,
Мы не смогли вовремя его расчистить. Мы говорим о Варварівський чи Інгульський, чи той и той. Мы говорим за Варварівський мост. На Інгульському мосту сегодня не было никаких у нас пробок, и все работало в штатном режиме. По Варварівському мосту хочу сказать, что довольно-таки оперативно все-таки сработали. Опять же, наше предприятие коммунальное «Лофтодорог» направило туда два трактора. Третий трактор мы привлекли от частного предприятия. Мы довольно-таки оперативно в течение часа-полутора, по-моему, эти фуры повытягивали все и обеспечили проезд по мосту. Але все ж таки вантажівки впустили в місто. Хто не спрацював? К сожалению, да. Необходимо было, естественно, когда пошел такой сильный снег, было приостановить движение по пути в город. Надо было управление патрульной полиции перекрывать въезды в город, чтобы дали возможность спокойно прочистить мост, посыпать его, и после этого можно уже пускать было грузовики. Хочу сказать, что, как я сказал уже, в течение полутора часа да, удалось эту пробку уже расшевелить и сдвинуть с мертвой точки. Уже где-то часам к 10 уже организовали движение, пока в рельсном режиме, уже к 11 полностью мост был свободен, уже можно было. До речі, ще запитання. Місця для відстою вантажівок. То добре, перекрили, не пускаємо у місто. Де мають зупинятися? Ну, у нас є рішення исполкома по поводу движения більших грузов в місті Ніколаєві. К сожалению, воно не виконується. Не виконується, як і собственниками транспортних средств більших грузних. Так, к сожалению, немножко не дорабатывает и патрульная полиция, поскольку они не наделены правами проверять там массу машин. У нас, если вы заметили, везде на въезде в город стоит ограничение по въезду. 24 тонны. На каждом направлении, с баштанского направления, это с киевского направления, с одесского направления, везде стоят знаки, ограничивающие массу транспортного средства, которое может въезжать в город. К сожалению, это правило не соблюдается, это раз. Второе, опять же, этим решением определили места отстоя. Перед въездами в город есть частные стоянки, так скажем, где можно отстаиваться большегрузному транспорту. Допустим, платные. С того же, естественно, платные, да, естественно, платные. Перед въездом, допустим, с баштанского направления, это Славянский базар, перед въездом с Херсонского, прошу прощения, с Одесского направления, это Янмарк-терминал. То есть места хватает для отстоя транспортных средств, причем там они оборудованы и туалетами, там есть кафе. То есть места есть для отстоя. В крайнем случае места для отстоя – это заправки Воговские, где у них специальные предусмотренные площадки для размещения грузовиков. Там где тоже можно сходить, можно заезжать, чай попить, да, пойти в туалет там, и переждать непогоду. Михайло Костянтиновичу, а чи такі місця відстою передбачені на автошляхах державного значення? Да, есть такие места на дорогах государственного значения. Это 21 место на всех дорогах по, ну, по всем направлениям на выездах с области. Но мы, кроме того, водителей призываем, желательно, чтобы они останавливались либо в населенных пунктах, где есть места общего пользования, где есть поужинать и где все остальное, и на стоянках у авто- и автогазозаправочных станций. Снігоприбиральна техніка в строю, скільки одиниць, що працює сьогодні, от як сьогодні розчищали, чи от 8 числа також передбачається негода, чи готові? Вся техніка в строю у нас, як я вже сказав, на спеціалізованому підприємстві «Лофтодорог» у нас 27 одиниць, які приспособлені для уборки снігу. Плюс у нас в ЖЕКах ми покупали 7 тракторців, які також можуть убирати сніг. И каждая районная администрация привлекает по договорам подряда частников. У нас порядка там список из 100 машин, которые могут привлекаться на уборку снега. Это и наш карсклининг, который чистит дороги, это наше коммунальное предприятие «Обри», которое является вывозчиком мусора в Карабинном районе, но также есть техника для уборки снега. Это наш «Зеленхоз», у которого тоже есть техника, приспособленная для того, чтобы убирать снег. Это наш облавтодор, на да, частное облавтодор, предприятие частное, которое тоже имеет технику для уборки снега. Со всеми есть договора. Каждая районная администрация получила по 3 тонны топлива, которое выделяется частникам для уборки улиц от снега. То есть, в принципе, техники у нас достаточно для уборки снега. Тобто, якихось проблем? Проблем по техніці нет, да. Единственное, что есть, да, замечание, я понимаю, особенно это частного сектора касается, потому что у нас, как всегда, в последнюю очередь руки доходят до частного сектора, к сожалению, там.
Дороги державного значення, пане Михайле, авто, транспорт, який, техніка, яка розчищає, в якому стані, скільки є чи достатньо? У нас, к сожалению, техники недостаточно. Последнее время, может, лет 5-7 назад закупалось около 4-5 единиц снегоочистительной техники. В том числе были закуплены 3 солераспределителя, которые одеваются на кузова грузовых автомобилей и принимают участие как и в обработке покрытия солью, так и в очистке дорог от снега. Ну, на сегодняшний день парк как бы основного нашего подрядчика – это ДП «Миколаевский облавтодор». 144 самоходных единицы дорожной техники, которая может работать на зимнем содержании. Яка може працювати чи працює? Може працювати. Из них пескоразбрасыватели – это 35%, солераспределители, то есть 35 единиц, солераспределители – 3 единицы, погрузочной техники – 22 единицы, бульдозеров – 7 единиц, автогрейдеров – 23 единицы, есть родерные снегоочистители – 2 единица, и другая снегоочистительная техника с навесным оборудованием, с отвалами для очистки дорог – 52 единицы. К сожалению, из-за этого общего количества техники 62% техники данной эксплуатируются более 20 лет. Кроме того, по договоренности с райдерж-администрациями заключены на местах 25 договоров на привлечение именно снегоочистительной техники, бульдозеры, трактора с отвалами, порядка 45 единиц. Тобто цієї техніки, ви кажете, 20 років експлуатується вона? Чи вона витримає, чи вона врятує нас, щоб спокійно можна було і безпечно рухатись автошляхами? Вся техніка була підготовлена к зимнему периоду. Но, к сожалению, есть сбои в работе техники. В период работ по зимнему содержанию возникают, конечно, и поломки. Вот. Принимаются все меры для того, чтобы в срочном порядке возвратить эту технику в строй. Зрозуміло, дякую. Юрій Борисовичу, знову ж таки, в мережі обговорювалась тема, техніки немає, ми їдемо по тій вулиці, ми не бачимо очисної техніки, яка чистить дороги. Чи і прозвучала така фраза, можливо, варто GPS-навігатори поставити, щоб люди могли бачити, де яка дорога вже розчищена, де була ця техніка і де зараз працює? Вся комунальна техніка у нас, починає від тролейбусів, трамваїв, закінчує останнім мусоровозом, повністю оборудована GPS-навігаторами. Пожалуйста, заходите на сайт горсовета, открывайте, смотрите, где работает техника. Еще раз хочу напомнить вам, что основным у нас балансодержателем дорог является Лофтодорог. Поэтому заходите на сайт Лофтодорог, также видно, где работает техника. Вот были нарекания, я сегодня смотрел, допустим, у нас есть контакт-центр мы создали, да, там такой ресурс, на который граждане могут отправлять сообщения свои. Я видел такие сообщения, что вот мы зашли на ваш сайт, посмотрели, что 7 машин в это время находились, там, когда шел снег, находились на базе Лофтодорог. Но хочу сказать, что у нас на базе Лофтодорог хранится наша соль, песок. Поэтому если техника находится там, это не значит, что она не работает, значит загружается в это время. Некоторые пишут, что видят, что едут машины с поднятыми отвалами и снег не убирают. Опять же, машины просто так у нас не ездят по городу. Если вы видите, что поднят отвал, она едет, присмотрите внимательно, она рассыпает соль в это время. Соли, к сожалению, не видно, чтобы люди увидели, что она делает эта машина. Рассыпается соль, как я уже еще раз хочу напомнить, мы работаем методом, сначала мы посыпаем солью, превращаем с нее кашу, потом расчищаем отвалами кашу. Зрозуміло. До речі, про суміш, якою посипаєте, чи достатньо її в місті і області, і в яких обсягах? Очень много на суміш. У нас несколько сотен тисяч тонн і солі, і піска, і смісі соляної. Печально-солевой, прошу прощения, да. Поэтому у нас этого достаточно. Пане Михайло? Для дорог службы, для автомобильных дорог службы в области противогололедных материалов, как запасов соли, так и смесей, на сегодняшний день в достаточном количестве. И было заготовлено под достаточное количество. Это порядка 2,5 тысячи тонна соли
И под данное количество соли противогололедный материал, песок и гранат сел для приготовления смесей. А склад, от склад цієї суміші, чи взуття вона не попортить автомобілі? К сожалению, да. Ну, мы прекрасно понимаем, что это чистая соль, техническая соль, которая посыпает дороги. Ну, мы ж не такие богатые, чтобы покупать дорогие смеси, там, к сожалению, приходится покупать обычную соль. Там. Естественно, там, ну, каждый видит, что там на ботинках соль выступает, значит, соленая среда. Естественно, она какой-то там приносит там и вред там автомобилям, для этого и существуют автомойки, чтобы после такой непогоды, когда поездили в сляк, когда посыпали соль, надо просто помыть машину, смыть эту солевую смесь там. У місті кожного року була проблема прочистити внутрішньоквартальні проїзди. Чи дійшли сьогодні руки до цього? Да, к сожалению, это наша больная, головная боль, так скажем, внутриквартальные проезды и тротуары. Я не так давно принял это хозяйство, там около месяца. К сожалению, я обнаружил, что действительно у нас тротуары даже не забиты в планах уборки. Мы сейчас срочно это исправляем, этот недостаток. Уже директор департамента ЖКХ Палько Андрей Николаевич получил команду. Он сейчас готовит бюджетный запыт на комиссию, чтобы обязательно выделили деньги на уборку тротуаров, чтобы тротуары убирались. Вообще у каждого есть своя зона ответственности. Как я сказал, там, допустим, и лофтодорог – это основные магистрали города. Да? Внутридворовые территории – это ЖЭКи, либо СМД, то есть должны дворниками убираться. И ту технику, как я сказал, мы на ЖЭКи 7 тракторов покупали специально для уборки территории внутридворовых. Там. Тротуары – это ответственность администрации районных, остановки – это ответственность администрации района. К сожалению, деньги на тротуары не выделялись на уборку. Мы сейчас будем срочно исправить эту ситуацию. Мы должны обязательно при перераспределении бюджета, к сожалению, это раньше апреля не получится, то есть это будет уже на следующий год, на зимний период, скажем, да, там на уже октябрь, ноябрь, декабрь в этом году, который будет там. Обязательно выделить деньги на уборку тротуаров, естественно, привлекать специализированные предприятия, подрядчиков для уборки тротуаров. Також традиційним є скарги мешканців багатоповерхівок на нерозчищені двори. Сьогодні чистили, і чи є двірники у нас, і чи достатньо цих людей? Да, теж большая проблема. Вже, наверное, не секрет ні для кого, що у нас, як не погода, так дворники масово увольняються. У нас они массово увольняются, когда идет обильно опадает листва на осенний период, и массово увольняются, когда снегопады большие. К сожалению, эта проблема на сегодняшний день существует. Сейчас в наличии в городе Николаеве порядка 550 дворников. По нашим расчетам надо, чтобы около 1000 их было, то есть в два раза больше. Что касается, как я уже сказал, там, домовых территорий, то это ответственность ЖЭКов. Это ответственность директоров СМД. То есть они должны убирать эти территории. Прибирання тротуарів – це власники магазинів та офісів. Чи це є така домовленість між ними, чи може припис міста? Чи мають вони прибирати, чи ні? І чи штрафують, якщо не прибирають її? Да, у нас существуют так называемые правила благоустроя в месте Миколаеве. Они приняты решением сессии городского совета, в которой определено, что любой коммерческий объект, либо это частный предприниматель, либо это юридическое лицо, там, за ним закрепляется территория возле его объекта, и он должен содержать ее в чистоте. От мусора, от грязи, от снега. Выполняют? Не все, к сожалению, выполняют это. Не все выполняют. Пути решения – это обращаться в районные администрации с жалобами. Районные администрации имеют в своем составе инспекторов, которые занимаются контролем за благоустройством. Они составляют административные протоколы и привлекают собственников этих помещений к админ-ответственности. Дякую. Пане Михайле, запитання до вас. З обіду рух на трасі Калинівка-Снігурівка було обмежено. Яка ситуація зараз і що чекати водіям вночі? Чи всі дороги відкриті? Дороги по області не закривалися. Було введено тільки обмеження для грузового крупногабаритного, крупновесового транспорта в направлении Снегиревки. На 17.00 ограничения по движению данного вида транспорта сняты.
Так, час плине, його обмаль залишилось швиденько. Синоптики прогнозують на 8 число негоду, гололіто, желедицю і сніг, і мокрий сніг, і дощ. Готові? Да, ми готові к этому. Вже, наверное, не будемо чекати наших гидрометеорологов, что они там нам будут преподносить. Скорее всего, предприятия наши, которые отвечают за содержание дорог, будут дежурить в эти дни в полном составе. У нас нормально оборудованы базы для работников, там с комнатами отдыха, со всеми удобствами, поэтому работники будут находиться на предприятиях в любой момент, чтобы они могли встать, сесть за руль автомобиля и выйти на уборку снега. Пане Михайле. Аналізується ситуація, яка произошла сьогодні, будуть зроблені виводи, завтра будуть направлені відповідні розпорядження в підрядної організації по даному питанню. А сьогодні обіцяють мороз, що вночі, як себе поводити на дорозі? Ну, ми почали посипку міста, по-моєму, з 6 часов вечора вийшло 4 єдиниці техніки, зараз на посипку буду до утра посипати город солью. Это для того, чтобы меньше было гололеда на дорогах. Что касается самих водителей, я бы хотел обратить внимание, что у нас в основном аварии это происходит из-за чего? Мы видим прекрасно, когда за рулем какая там дорожная обстановка, какие погодные условия. То есть необходимо соблюдать дистанцию, необходимо, чтобы машина была на зимней резине. Мне сегодня понравилось выступление одного маршрутчика, который при мне его вытаскивали, цепляли его там за машину пожарную и вытаскивали на подъем с моста Варваровского. Он сказал, я герой, потому что я спасаю этот город. Во-первых, он выполняет свою работу, это раз. А во-вторых, никто его действительно там не освобождал от того, что машина должна быть безопасна. То есть, если необходимо зимой одевать зимнюю резину, то надо ее одевать. Почему-то все машины проезжают, его маршрутка не смогла выехать. Это о чем-то говорит же. Я вам дякую. На жаль, час вичерпано, а ми прощаємося з вами. До зустрічі завтра у цей же час. І бажаю вам тепла, принаймні тепла душевного. Бережіть себе. До завтра.